Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Сейчас мы выполним упражнение 61 на странице 43 учебника по русскому языку для 3 класса автора Климанова. Прочитайте текст, а заглавьте его и спешите по памяти, вставляя пропущенные буквы. По берегам лесного ручейка цветут незабудки. И голубые нежные цветки очень красивы. Я часто прихожу смотреть на них. Тема этого текста – незабудки. Так мы его и озаглавим. По берегам лесного ручейка цветут незабудки. Берегам. Непроверяемо бездарное гласное «е». Лесного – проверочное слово «лес». Ручейка – проверочное слово «ручей». Вставляем букву «е». Цветут – проверочное слово «цвет». Вставляем букву «е». Их голубые нежные цветки очень красивы. Цветки – бездарное гласное «е». Проверочное слово «цвет». Красиво – бездарное гласное «а». Проверочное слово «краше». Я часто прихожу смотреть на них. Прихожу, бездарное гласное «о», проверочное слово «приходит». Смотреть, бездарное гласное «о», проверочное слово «смотрит». Если вам понравилось видео, смотрите остальные видеорешения на нашем канале. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.